Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее видео будет о посылке с Яндекс.Маркета, которую я совершила, заказ, вернее, оформила несколько дней назад. Пришел он мне сегодня. Итак, мне пришла вот такая небольшая коробочка, я ее уже открыла, кое-что посмотрела и чем-то огорчилась, а чем-то нет. И мне пришли две пачки корма, которые я заказала. Кто-то у меня видео в предыдущих спрашивал, вернее, попросил, да, рассказать, каким кормом я кормлю. Вот сейчас я с вами этим поделюсь. И, в общем, что, каким кормом я кормила в период, когда корм пропадал с прилавка в связи с санкциями. Я постоянно, сейчас вам покажу, девочки, начну с корма. Я заказала две вот такие большие пачки. Это Barking Heads. Еще я такой покупаю розовый, но в данном случае я взяла пока два таких зеленых. Вот так вот они были упакованы. Один я распаковала, один нет. Вот сейчас буду распаковывать. Они абсолютно одинаковые. Извините, что шуршу. Ой, сейчас, девчонки. Вот. Они абсолютно одинаковые. Это фирма Великобритания. Сейчас я немножко тот отодвину, чтобы можно было положить. Вот. Это у нас, девчонки, ягненок. Не помню с чем, с какими-то добавками. Ну, в смысле, с овощами, еще с чем-то. Но это полностью беззерновой корм. По-моему, это супер холистик, что-то такое. Вот. Стоит каждая пачка в пределах 3600-3700. Вот, я в этот раз брала, сейчас скажу, они были по 3400, и плюс у меня были какие-то бонусы, которые я смогла списать. Ну, в общем, где-то в пределах вот такой ценовой категории. В каждой пачке по 4 килограмма, больше таких пачек в весовой категории нет. Есть 1,5 килограмма, есть 4 килограмма. Еще мы покупаем такую же, вот полностью такую же упаковку, только она такая, знаете, розоватая. Больше фиолетовый. Там у нас утка тоже с какими-то вот овощами, еще с чем-то. И я периодически меняю, чтобы собакам, ну, им не приедалось, да, не надоедало. Корм они едят очень хорошо. Корм вообще-то для мелких пород. Ну, такой, не такой мелкий, как для щенков, но, наверное, чуть побольше. В общем, меня полностью гранулы устраивают. Корм очень-очень хороший, фирма Великобритания, еще раз повторюсь. И вот когда он пропадал с прилавков, я брала испанский корм, Госби называется. Он мне тоже очень понравился, правда, гранулы там намного побольше. Но он, там есть, по-моему, три серии. Зерновой, какой-то малый процент содержания зерна и полностью беззерновой. В общем, мы брали полностью беззерновой, и я также покупала упаковки, по-моему, по 9 килограмм. Один раз я брала или два Госби с низким содержанием зерна. В общем, корм хороший. У моих собак аллергии не было. Я стараюсь вот такие вот корма с курицей не покупать. У нас, правда, на курицу нет аллергии, но я все равно стараюсь не рисковать, потому что знаю, что мелкие собаки, ну и вообще не только мелкие, а у многих собак есть склонность к аллергии на курицу. Поэтому я стараюсь все-таки брать корм и лакомства, которые курицу практически не содержат. Или крайне-крайне редко такой вот беру. Так, что еще хотела бы сказать вам по поводу этого корма. В общем, у меня как появилась первая собака, а ей уже больше 9 лет, я сразу начала кормить таким кормом. Ну, сначала, конечно, когда я привезла его из питомника, нам дали Royal Canin, такой для мелких собак. И, в общем-то, постепенно я с Royal Canin переводила уже вот на этот корм, на Barking Heads. Мы также пробовали в рационе и Акану. Ой, еще какие-то корма мы пробовали, сейчас сразу так и не вспомню. Я не могу сказать, что это плохие корма, нет, корма нормальные. Но вот этот вот корм мы едим просто идеально. Хотя у меня собаки на самом деле привередливые. Но вот с этим кормом у меня никогда не было проблем с кормлением. Никогда я, как бы, вот я насыпала мисочку, да, она у нас может постоять какой-то период, но, например, за сутки они все равно корм съедают.
А с тем кормом у меня мисочка могла стоять 5 дней, неделю, они не ели. То есть они ждали либо вкусняшечку, либо влажный корм, либо еще что-то. Вот. А с этим все у меня без проблем. Не хочу сглазить, очень рекомендую. Действительно классный корм. Но не знаю, кому-то может быть по цене дорого, кому-то нормально. Но я считаю, что раз я все-таки завела себе таких собак, и ну, я все-таки считаю, что я должна их содержать соответственно. Ну, как бы, да, как нормальный здравомыслящий хозяин, так же, как и себе я стараюсь не покупать плохие продукты. Ну, хотя сейчас, знаете, и для нас, да, можно купить дорогой продукт, а на самом деле это и не натурально. В общем, решать каждому хозяину самому, кто что покупает, кто чем кормит. В общем, это ваш выбор, наш выбор, да, как хозяев. Поэтому я вам рекомендую, это уже ваше личное решение, что вы принимаете к сведению, что не принимаете. Возможно, у вас свой есть корм, который действительно вашей собаке подходит. Потому что, например, у меня у знакомой собака всю жизнь сидит, ей, по-моему, 12 или 13 лет, всю жизнь сидит на роял канин, и у нее нет проблем ни с зубным камнем, ни с пищеварением, прекрасная шерсть. В общем, собака в идеальном состоянии, а корм вот роял канин. Поэтому я ничего не могу сказать против. Кому что подходит. В общем, это на ваше усмотрение. Так, ну и теперь мы с вами переходим к маленькой коробочке, которую я приобрела. Ага. Так, опять о девочке без ножниц, поэтому будем с вами разрывать. В общем, я купила вот такие вот две игрушечки. Это опять фирма, ой-ой-ой, Гигви. Вот такая вот, это, наверное, обезьянка или собачка. Тут обезьянка с пищалкой, да. Так, а вот тут вот у нас вот такая вот латексная или прорезиненная, я даже не знаю, как назвать, как бочоночек. Вот тут вот у нас в виде узелочка связаны две ленточки, которые пришиты к голове обезьянки. Внутри обезьянки есть пищалка. Я взяла такие две. Мы сейчас живем на две квартиры. Одну оставлю здесь, одну отнесу к нам домой. В общем, нашу официальную, скажем так, квартиру. А вот. Потому что мы то там, то тут. И, ну, в основном мы сейчас, конечно, здесь. Поэтому видео все такие вот, да? Немножко сумбурные. Вот. В общем, вот такую игрушечку я взяла. Была и скидочка на нее. Стоили они, по-моему, до этого 750 рублей. Взяли мы за 420. В общем, вот такая вот обезьянка. Так, сейчас, девчонки, буду немножечко все вот так отодвигать и кидать. Следующее, что я взяла, это точно такая же игрушка, только другого цвета. Ой, тоже она обошлась, по-моему, в 420 или 425 рублей. Не помню, какая из них. Какая-то была чуть-чуть подороже. Это, так, это уже я не знаю кто. Это написано «Заяц с пищалкой». Точно так же он выполнен. Кстати, написано, что это XS размер. Но, честно, я бы даже не сказала, что это XS, потому что игрушки XS, они намного меньше. Так, внутри у нее также голова с пищалкой. Ну, зайка, допустим, я бы, наверное, больше на тигра ее отнесла к тигру, да, только ушки поменьше. Одно ушко зеленое, одно ушко голубое с, господи, в горошек. Тут зелененькая, с бантиком. Ну, в общем, я взяла, потому что моим собакам нравятся игрушки с пищалкой. И нравятся вот такие игрушки, которые можно грызть. У нас сейчас у Мотики активно меняются зубы. И она вот такие вот игрушки просто обожает. Ну, а Мишки у нас зубы уже давным-давно поменялись. Но он к таким игрушкам неравнодушен. Он их раздирает, откусывает куски, выплевывает. В общем, эти игрушки у нас идут через несколько месяцев в помойку. Ну, такой вот у нас Мишка. Но, слава богу, мебель он у нас не трогает. Ни обувь, ни мебель. Вот, кстати, и Миша. А вот и Мотя. В общем, все решили прибежать. В общем, такая игрушка не то 420, не то 425. Следующее, что я купила, это вот такой вот спрей для расчесывания. Написано, что он с протеином и с норковым маслом. Это груминг спрей с протеином. А, ну здесь то же самое, то, что я и сказала. В общем, вот такой вот спрейчик взяла, данную фирму. Это фирма, по-моему, Апицена, да. Так, срок годности достаточно хороший, до 24 года. Тут есть такая вот задвижка, что нельзя нажать. И вот тут вот, вот как показать-то, вот так вот она снимается, и можно пшикать. Вот, в общем,
Я такую фирму покупаю уже неоднократно. Мне она очень-очень нравится. Я целиком полностью довольна, как шампунями, также бальзамами и вот спреями. Это наша помрусская фирма. Ну, в смысле, выпускается в России. Качество потрясающее. После данных спреев шерсть у собак очень мягкая, хорошо расчесывается и классно блестит. В общем, рекомендую. Тоже со скидкой, он был 425 рублей, а так, по-моему, стоил 650. Так что присмотритесь. Так, а у меня уже игрушка одна ушла. Ну вот, вот этот вот наглый хвост уже эту игрушку спер. Мотя, ты украла игрушку, да? Хулиганка. Так, следующие, девочки. Вот этим, конечно, товаром я расстроилась. Я такой ошейник заказываю во второй раз. Первый раз я взяла размер. А в общем, они только в трех размерах. L, M и S-ка. В общем, я в предыдущий раз брала M-ку. Он нам оказался огромный. В этот раз я решила взять... Так, брала M-ку и сейчас взяла S-ку. В общем, S-ка нам, девочки, тоже огромная. Даже Мишани. В общем, она просто, знаете, вот как пояс на талию. Голова легко выходит, легко заходит. В общем, вообще никак не фиксируется. Не знаю я теперь, что с этими ошейниками делать. У меня их два. Один вот в S-ке, другой в M-ке. Вот этот вот серенькие линии, они светоотражающие. Ошейник на самом деле выполнен просто потрясающе. Вот тут шикарный карабин. Он, кстати, фиксируется. Вот так вот, оп. Сейчас, девчонки, вот так, хоп, закрыли, и уже он не выезжает. Ну, в общем, я теперь не знаю, что с ними делать. Либо они у меня будут лежать, возможно, лет через 20 я заведу большую собаку. Не знаю, что маловероятно. В общем, вот такие вот ошейники. Стоил он 650 рублей. В общем, опять я попала. У меня уже есть две куртки, которые нам огромные. Два ошейника, которые нам огромные. В общем, кошмар. В общем, вот такой вот этим вот... товаром я разочаровалась. Не потому, что он плохой. Здесь вот видите, и тут хорошо прошито такими этими вентиляционными, скажем так, отверстиями. Просто он не подходит по размеру. Причем продавец не указывает длину ошейника, обхват шеи, в общем. Поэтому мы, покупатель, ошибаемся. Может быть, это сделано специально, чтобы мы покупали, не зная размер. Следующие, девочки, что я взяла, купила я вот такую вот специальную рулетку для щенков. Это фирма Flexi. Фирма Flexi потрясающая фирма, которая делает рулетки просто очень хорошо, на совесть, добротные. С этими рулетками у меня никогда ничего не случалось. У меня были рулетки от фирмы Fairplast, причем я ее купила, и она сразу оказалась бракованная, не работал механизм, вот когда... ремешок утягивается обратно, не знаю, как правильно. В общем, в этот раз я купила вот такую. Это специальная рулеточка для щеночка. Написано, что она на 2 метра и на собачку максимально до 12 килограмм. Причем это лента. Так, стоила она, по-моему, 1200 рублей. Взяла я ее специально для Мотики. Вот так вот прекрасно ленточка входит и выходит. Миша, что ты делаешь? Нельзя этого делать. Ну-ка, успокойся. Сядь. Молодец. Так, в общем, она такого, знаете, бледно-лавандового цвета. Вот тут вот у нас есть шурупчики, чтобы, если что, раскрутить и подремонтировать. Написано, что сделано в Германии, но это по факту так и есть. Немножко вот она у меня тут грязная, как пришла. И, в общем, очень удобная, легкая, не сковывает движение. Если вот так вот вытащить рулетку... В общем, нажать на кнопочку и поднять вот эту вот штучку вверх, то ленточка фиксируется. Ну и точно так же. В общем, я очень-очень довольна. Стоила она 1200 или 1250. В общем, такая вот ценовая категория. Эта рулеточка специально для Мотики. Так, и вот эти три средства мне порекомендовала одна из моих подписчиц. Канал, по-моему, называется «Жизни таракана». Спасибо ей или ему, не знаю, кто это, большое. Я приобрела эти средства, сейчас буду с вами делиться. В общем, она мне как-то в комментариях написала, что вот эта вот японская фирма Tamachi, она не так давно на нашем рынке, но у них потрясающие средства. В общем, я взяла кое-какие и кое-что еще хочу дозаказать. Это я взяла лосьончик для ушек. Сейчас мы его откроем, посмотрим, как он выглядит. В общем, вот такой вот флакончик. Он подходит как для собачек, так и для кошечек.
Так, срок годности до 2024 года. Так, что тут еще? Ну, в общем, вот такой вот необычная упаковка, видите, ромбиком. В общем, взяла для ушек. На самом деле, она мне рекомендовала лосьончики для слезных дорожек. Сейчас я вам покажу. Я решила сразу взять два. Сейчас коробочку уберу. Вот, это все заклеено. В общем, это лосьончики от слезных дорожек. Я взяла специально для мальтийской баллонки, потому что у меня проблем у чихуашек с глазами вообще не было, нет, и тьфу-тьфу, надеюсь, не будет. В общем, взяла это два одинаковых средства, они по 50 миллилитров флакончики. Еще я хочу заказать флакончик, где 110 миллилитров. Вот такая вот стеклянная бутылочка. Если видите, там средства, открывать пока не буду. Вот, подписчица мне это написала, что хорошо помогает, когда вот слезные дорожки, пачканные такие грязные, прекрасно очищает. В общем, буду также пробовать и надеюсь, что нам поможет. Еще хочу заказать лосьончик 110 миллилитров. Это просто лосьончик, не от слезных дорожек, ой-ой-ой, а просто для промывки глазок. В общем, вот такие вот средства я купила. Сейчас я вам назову сумму. В общем, эти товары были по акции от этой фирмы. Так, стоили вот эти вот лосьончики по 325 рублей, вот эти вот маленькие. А вот этот вот мне обошелся, девочки, где-то, наверное, 420. Хотя были товары со скидками, хотя другой продавец, да, на Яндекс.Маркете несколько продавцов, у которых одинаковые товары, а у другого продавца такие средства были гораздо дороже, раза в два, где-то 700-680 рублей. Поэтому я считаю, что эту покупку я совершила выгодно. В общем, вот такие вот товары я заказала в этот раз на Яндекс.Маркете. Надеюсь, мой обзор для вас был полезен. Что-то вы возьмете на заметку, а что-то нет. Что-то вы посчитаете пустой тратой денег. Поэтому на этом я хочу свое видео подвести к итоговому заключению. Пожелать вам отличного настроения, моря позитива и всего самого наилучшего. Всем пока-пока и до новых встреч!